В рубрике «Христианские чтения» мы предлагаем вам, уважаемые радиослушатели, заключительную передачу по книге Сергея Курдакова «Прости меня, Наташа». В предисловии к этой книге Лудек Пахман пишет: «Сергей Курдаков не может нам продолжить свой рассказ. В 22 года он погиб. Причину смерти до сегодняшнего дня невозможно было выяснить. К счастью, эта книга может нам всем доставить его свидетельство». Вот о судьбе этого свидетельства, о книге Сергея Курдакова «Прости меня, Наташа», а также о дальнейшей судьбе самого Сергея мы сегодня с вами и поговорим. Наша передача идет в прямом эфире. Вы можете делиться всеми своими мыслями о прослушанном, об этой книге. Звонить по телефону 375-6777. Но прежде я хочу представить вам гостя сегодняшней нашей передачи, который вам очень хорошо знаком. Это Михаил Данилович Локтев, который является директором студии христианского радио города Сакраменто, радио WMNB, директор миссии «Слово к России» и человек, который прожил в городе Сакраменто долгий период времени, а точнее, с которого времени, Михаил Данилович? С 50-го года. С 50-го года. То есть в то время, когда произошли события, описанные в этой книге Сергеем Курдаковым, Михаил Данилович находился здесь, в Америке, в Калифорнии, да? В Калифорнии, да, в Сакраменто. Конечно, в Лос-Анджелес мы общались. Угу. Это был период железного занавеса, как мы все знаем, для Советского Союза. Вот. И о том, как же вы узнали о Сергее Курдакове и о его этой книге, о его этом свидетельстве, было бы нам всем очень интересно послушать. Конечно, я помню, что жизнь это, в общем, когда он сбежал с корабля и в Канаду, то не только канадцы пользовались этой новостью, но и американская пресса как бы подхватила это. И особенно некоторые организации, вот как вспоминается, там общественная, да? Значит, подпольная организация или underground evangelism, так называлась. Здесь она упоминается в русской книге как христианин. В английском, кстати, я держу в руке эту книгу на английском языке, которую я читал, которая на меня лично повлияла, Михаил, и на многих других. Но как, это дальше. Да, как она называется по-английски? Прочтите и переведите, пожалуйста. Она называется «The Persecutor» Сергей Курдаков. А «The Persecutor» — это значит «преследователь» или «гнатель». Тот, который... Гонитель. Гнал христиан. Гнал христиан. Mm-hmm. И она впервые напечатана была в 73-м году. Я просто помню это, потому что в 72-м году и в 73-м, как раз на этой книге, когда написана она была, печатана, копирайт 73-й год, миссия «Слово к России», можно сказать, организовалась. И в тот период, как в этот период. В этот период очень много христианских организаций стали обращать внимание на бывший Советский Союз вследствие того, что, перед этим еще, перед бегством Курдакова и его историей, здесь появился человек из румынского заключения. Христианин также, да? Христианин Ричард Вормбранд, которого, может быть, старшие люди помнят. И он впервые стал, конечно, говорить о том состоянии наших братьев и сестер в Восточной Европе, в коммунистической Европе. Да, как мы знаем, что в Румынии было тоже очень тяжелое положение. Очень тяжелое. И он тоже находился в тюрьме, да? Многие-многие годы. В конце концов, значит, как-то, я не помню его историю, как он сбежал, или его выпустили после огромнейшего, вспоминаю теперь, требования со стороны Запада, когда узнали о нем. И здесь же вот появляется, конечно, Сергей Курдаков и эта организация,
Ею руководил тогда этот Басс. О котором Сергей пишет в книге. О котором Сергей пишет Джо Басс в книге. Он, конечно, опубликовал, и она написана на английском языке. И многие-многие христиане, я сказал бы, тысячи церквей на Западе впервые познакомились с преследованием христиан там, за железной занавесью через эту книгу. То есть до этого они не имели такого полного представления? Как вот доходила очень информация? Очень мало. Несмотря на то, что радио уже работало, то есть на коротких волнах через трансмировое радио, дальневосточное радио и радио Скито Эквадор, как называлось оно там, как вы ее называли, забыл уже, в общем, Голос Анд. Голос Анд. Это три основных радиовещания, которые начались где-то в 50-х годах, но очень-очень мало информации, письма абсолютно не доходили. Это говорит о том, что люди, основатели этих радиостанций, были, я бы сказал, не меньше людьми веры, героем, чем герои веры, как мы называем. Потому что впустую запускать, тратить миллионы долларов, если там получали люди эти радиовещания и думали, свободно, бесплатно, слава Богу. Дело в том, что так просто тоже там мы не получали. Это было очень много помех, постоянно. Это очень трудно было поймать волну и слышать, действительно. Но тем не менее слушали. И, конечно, когда эта книга появилась, очень много миссий здесь стали организовываться, включая миссии «Слово к России». И эта книжка, это я нашел в своей библиотеке «Миссии Слова к России», архив. Смотрю, да, что эта книга намного, она, во-первых, даже чуть-чуть толще, по-моему, чем русская. И, вы знаете, очень много фотографий, то, чего совершенно нет в русском издании. В русском только на первой обложке фотография есть. И я еще, кстати, хотела спросить, если вы лично видели Сергея Курдакова по телевидению? Я видел по телевидению. Вот насколько он похож тому, допустим, даже этой фотографии, которая здесь в русском издании, похожа? Похоже, конечно, эта фотография, видно, компьютером была на русском. А здесь его карточка, из которой, можно сказать, может, взяли. Здесь очень много фотографий. А здесь фотографии вот из детства, его друзья. Потом... Кстати, Михаил Ильич, я хочу, чтобы не возникли вопросы к тем, кто не читал книгу. Я хочу сказать, что я читала книгу немного в сокращении, потому что тут, во-первых, есть такие вещи, которые просто даже очень трудно читать. Да, трудно вслух читать. Расплачешься и все. Да, совершенно верно. Это первое. А второе то, что когда он сбегал с корабля, он себе за пояс взял, единственное, что он с собой взял, он специально пошил такой пояс, куда он взял фотографии, поэтому может возникнуть вопрос, откуда же фотографии в этой книге? Это единственное, что он взял, эти фотографии, которые были с ним на поясе. Здесь его паспорт, здесь фотографии его, как его принимали, как награждали в комсомоле, и потом уже... Свидетельство его этой жизни, о которой он пишет. Как он в Ленинграде. Еще тогда, будучи молодым, когда преследовал, он уже, как читал, задумывался все-таки. Об истинности. Тому, к чему он... Вот здесь такие героические его, посмотри, карточки. Где, в военной форме он же учился. Русские ребята любили фотографироваться. В форме. Вообще, такая фотография черно-белая, как на войне. Такое впечатление. Как на войне. А здесь он Война была идеологическая, так что война тоже была. Война действительно была. Вот такой мальчик со своими друзьями. Да, в очень трудном детстве. Родители, конечно, мы здесь не увидим, потому что, наверное, у него не осталось фотографии. Не осталось. А это фотография, с которой, наверное, было взято это. Да. Михаил Ильич, эта книга, она была напечатана при его жизни еще? Она была напечатана при его жизни, вышла только в свет. И предполагается, здесь эпилог есть в американской, что в русской нет. Publisher's note. Что сразу, после того, как только предварительный драфт, черновик этой книги, потому что, видно, ее он перевез в том же пакете, в котором карточки.
и частично. То есть, значит, он как бы начал ее раньше еще писать, получается. Получается еще, да? Так, потому что, ну, еще в тюрьме. Здесь уже, то не в тюрьме, а здесь, когда он его возили с одного места когда на другое. Когда был в тюрьмах, то тогда он здесь начал уже писать. Так что, когда он вышел, вот апрель 72-й, он, значит, черновик сдал в печать. И здесь очень скоро, конечно, она вышла, и сразу, ну, поступили приглашения по всей Америке, приглашения, чтобы он рассказал. И он выступал, не только ну, вот он по как в конце книги пишет, да, что он решил это делать открыто. Да, открыто выступал, несмотря на то, что он прекрасно знал, что это может окончиться трагедией, что и стало. Здесь в заключении января 1-го 73-го года, конечно, написано, что он умер. И как бы с выстрела своего же пистолета. И новости об этом, конечно, были интернационального, как бы сказать, такого значения. Но после того, в марте, это через 3 месяца 73-го года, Извините, я перебью. Значит, то есть такая как бы версия была, что он сам себя застрелил, получается, да. Сделал самоубийство. Да, ну, конечно, как он предполагал, что я, может быть, умру, и окажется или акцидент какой-то. В общем, они разыграют какую-то как бы трагедию. Ребята с КГБ так могут сделать прекрасно, что да, случился случай. И главное, они так, видно, сделали, что это прикрыли, как будто бы что он самоубийство. Такая версия прозвучала. Я помню. Я сам помню. И, то есть, чтобы опровергнуть все его свидетельство. Чтобы перечеркнуть все. Перечеркнуть, уничтожить. Насколько это было продумано, насколько это работала политика в этом плане. Знаете. Но когда? Как вот на всех людей это... Как отреагировали? Верилось ли в это? Отреагировалось на некоторые, как обычный скандал. То есть, вот... повлияло. Но на тех, которые серьезные, которые начали разбираться о той ситуации и стали читать, они поняли. И вот в этом эпилоге написано, что марта 1-го 73-го года был инквест, как по-русски инквест, значит, репортаж финальный об этом деле, расследование. И... значит, вынесли определение все-таки, что его смерть не была самоубийством, она не могла быть самоубийством, но акцидентом. Да. Вот такая жизнь и такая смерть. Я как раз утром читал Саду Сундарсинга, его речь. И он говорит о том, что такое страдание за Христа дает человеку просто радость. И совершенно я верю в это, что, несмотря на то, что он таким образом умер, его там пытали определенно, и как это сделали, это как будто бы сам. Но он умер в полной надежде на вечную жизнь и с радостью. Главное, что он уже будучи здесь и видя, какие перспективы могли бы быть в его жизни, он не отступил. Не отступил. Вот это очень важно, конечно. И, собственно говоря, Бог его вел очень трудной дорогой и дал ему выжить в океане не зря, чтобы здесь услышали о той работе, которая проводилась там КГБ в Союзе. Да. Я нашел старый-старый журнал Underground Evangelism, которого руководитель был Бас как раз. И здесь, конечно, потрепанный он. Ага. Один звонок, Михаил Данилович. Да. Ну, я сейчас закончу. Сейчас, одну секундочку. Одну секундочку. Подождите. Здесь объявляется, значит, эта книга «The Persecutor» Курдакова, Георгия Винца, история. К тому времени уже стали узнавать кое-что о нем. И, конечно, в 79-м году его выпустили из тюрьмы. Очень-очень эти события вот и с Винцем, с Курдаковым, с этим Ричард Уормбранд, все вместе как бы представили, я бы сказал, вот тех букет страдальцев, которые вдруг внимание обратили с Запада. Огромнейшее внимание по церквам,
стали организовывать такие организации и молодежные, и детские для того, чтобы помочь христианам. А вообще это повлияло, как возрождение в церквях, это на христиан здесь? Очень повлияло. Во многих церквах, в которых, например, я стал уже в 79-м году, то с этими книжками, вот с этими журналами люди подходили и спрашивали. То есть их карточки носили тех мучеников или узников из бывшего Советского Союза, которые были еще в узах. Организовывались молитвенные группы. И всегда, конечно, когда люди как бы вокруг чего-то, кроме себя, начинают заботиться, проявлять заботу и молитвы, то они имеют, получают возрождение. Слава Господу. Они... Звонок. Да, пожалуйста. Кто позвонил? Добрый вечер. Я хочу поблагодарить за то, что вы читали, особенно сестру. Очень хорошо вы читали. Первый раз, когда я услыхала и заинтересовалась, я эту книгу, конечно, достала, купила не одну, еще в подарок некоторым прочитала. Слава Господу. Я бы хотела иметь такую книгу с картинками, если можно ее приобрести. На английском языке? Ну, пускай будет на английском, я могу подняться. А ее можно выбрать? В христианском книжном магазине можете попросить. Вот тут, где Оля Савченко продает. Я думаю, даже там. Повторите название, пожалуйста, Михаил Владимирович. Название «The Persecutor». По-русски, да, «Преследователь» по-русски. И где вы купили эту книгу, скажите, потому что многие спрашивают. Я купила у Оли Савченко в нашей церкви, Федора Петровича Карпица. Наверное, в христианском магазине или в газете «Семь дней», по-моему, есть уже такие. Я не знаю, но она у нас возле церкви как раз имела продажу, я тогда купила. Это было недели, наверное, 3 тому, на самом деле, не больше. Спасибо. Ну хорошо, всего вам доброго, желаю успехов, спасибо. Спасибо за добрые слова, всего хорошего, Господи. Продолжим, Михаил Данилович. У вас очень много еще, я смотрю, журналов лежит, где тоже с фотографиями. Есть журналы, как Михаил Данилович говорил, того периода, это 77-й год, где Джо Басс. Это еще его старенький журнал здесь такой. Очень интересные... Журнал уже 20 лет почти, да? Да, вспомнить. Здесь крещение Винца, дочери. Да, это журнал с фотографиями, тут действительно и можно увидеть... как крещение принимали. Это фотографии уже... Это он уже, будучи здесь, уже... Нет. Как же фотографии эти попадались? Эти попадались так, как и истории о мучениках подпольным путем. Была, что называется, подпольные пути. То есть не только пути были туда, когда слали с Библии, но и оттуда тоже... Кстати, даже в 79-м году я, когда там побывал и обратно вывозил, то меня остановили, знали, что я какую-то информацию имел, допрос целый, я помню до сих пор, дрожь по коже. Это в 79-м году был, это еще тяжелый период. Ну, это в 79-м году, как раз когда Винца выпустили. И в этом же году, этим летом, я был там, в Киеве. Меня спрашивали про Винца. Да. В его церкви. Интересно. Думаю, что, ну, в принципе, возможно, думали, что на Западе больше известно, чем в самом же Союзе. Это неудивительно. Звонок, пожалуйста. Говорите. Алло. Алло. Приветствую. Скажите, пожалуйста, а где же Курдаков закончил жизнь свою, где он умер? В Лос-Анджелес. В Лос-Анджелесе? Да. Ага, значит, он оказался в Лос-Анджелес. Эта организация в то время, она сейчас другое название имеет, «Голос мучеников». Тогда была Underground Evangelism, и их центр был в Лос-Анджелес, в Онтарио. Да. Так что он там был и работал, конечно, в связи со всеми расписаниями его. Только начинали, как бы сказать, требовать и по телевидению, и в газетах. То есть со своими свидетельствами. Со своими, то, что он хотел, то, что Басс ему сказал, ты должен свидетельствовать, он сам хотел. И, можно сказать, только вот в развитии в этом и его покончили. То есть это, конечно, его преследовали уже давно, как он пишет об этом не раз в книге. Вы получили удовлетворение на свой вопрос? Это кто-то убил его? Да. Его, значит, убили, но сделали так, постарались сделать, как будто бы он сам себя убил, для того, чтобы очернить все его свидетельство.
Но в конце концов, после исследования его тела, определили, что он сам себя не мог убить. Да. Михаил Данилович говорил об этом немножечко раньше. Слушайте, пожалуйста, внимательнее. То есть он какое-то время находился в Калифорнии, да? Вот, да, уже да, переехал. В Сакраменто не был, но Бас, конечно, приезжал в Сакраменто, и этот Ричард Уормбранд. Я лично был, присутствовал, mm-hmm. когда он был в церквах здесь, в американских, говорил о преследовании наших братьев там. И вот в конце книги он пишет о том, что он бы очень хотел, чтобы эта книга дошла до слуха верующих. Она дошла. И действительно, то же, чего он желал, оно все-таки произошло. Да. И у меня у самой, знаете, когда дрожь по коже просто пробивает, действительно, когда вот знаешь, что Господь правильно говорит, в книге, в Библии мы читаем, что не может умереть наша вера, и если человек истинно, действительно отдался Господу, то результаты будут обязательно видны. Да, интересно, что эта организация, которая сейчас носит имя, и она обращает внимание на те регионы мира, где сейчас преследование. Ее название «Голос мучеников», «Voice of the Martyrs». И в настоящее время наши русские, конечно, мы заинтересованы собой, но я несколько раз уже пробую, вот как раз, может быть, на этом фоне сказать, что пора нам, может быть, обращать, как вот этот брат, который организовал эту организацию для того, чтобы обратить внимание на бывший Союз, он сейчас обращает внимание на другие места мира, где преследуются. Михаил Данилович, вы можете сказать, вот, где самые такие точки сейчас горячие? Ну, вот горячие точки, очень... конечно, там, где мусульманство. Ну, многие, конечно, знаем, да, мусульманство одно, потом, конечно, Индия и Китай. И потом некоторые страны Африки, этого континента африканского, в некоторых странах ужасное преследование христиан. То есть мы все можем присоединиться в молитве за эти страны. Угу. Так? И точно как когда-то в свое время американцы молились о нас, точно так же и мы сейчас можем это делать. Интересно, что вот в новейшем журнале, который я получил, здесь декабрь 95-й, а в январе они специальный такой выпуск сделали. И здесь свидетельство Тома Хуайта, который 24 года, это американец, ему присудили за свидетельство в Кубе, но его выпустили, так как были особые требования с разных организаций после 17 лет, и он сейчас, можно сказать, сотрудничает с этой организацией и дает голос о мучениках. То есть есть люди, которые сейчас борются, да, и стараются работать там. Я думаю, сейчас небольшую маленькую музыкальную паузу сделаем. И если у вас есть желание высказать свои мысли по поводу книги, может быть, вам что-то известно, то, что мы сегодня, о чем мы не говорили сегодня, вы можете сказать. И вообще, нужны ли такие чтения? Наш телефон 375-6777. Пожалуйста, звонок. Алло. Алло. Да, мы очень благодарим вас, что вы читали эту книгу. Я вообще-то почитал эту книгу, она очень интересная такая.
И а жена слушала, и мы вместе сидели слушали, такая интересная книга. И хотелось бы, чтобы постоянно продолжали такие вот в таком репертуаре книги читать. Спасибо. Благодарю за ваш звонок. Пожалуйста, звонок. Может ли земляки Сергея приобрести его книгу там на родине в его? Да. Там, где он работал. Да, в настоящее время могут приобрести, так как вот эта организация «Голос мучеников» сейчас проводит работу, и там можно приобрести ее. Большое спасибо, и это очень хорошо, что вы передаете такие передачи. Мы с радостью, с удовольствием слушаем. И, пожалуйста, если можно, побольше таких передач и подлиннее, как бы сказать, времени, ага, чтобы больше слышать. С Господом. Еще звонок. Уже предыдущие авторы высказали свое мнение. Я присоединяюсь к этим людям, которые высказали свое мнение по поводу книги «Прости меня, Наташа». И когда мы читали с мужем, мне бы тоже хотелось, чтобы эту книгу можно... Как-то бы хотелось, чтобы эту книгу могли прочитать и в России, так как и там действительно очень интересно, все события описаны. Я хотела бы, чтобы больше читалось таких книг, потому что это очень интересно и назидательно. Благодарю за все, за вашу передачу, за прочтение вашей книги. Благодарю за вас. Все. Спасибо. Значит, заканчивая, я хочу сказать, что чтение Валентины мы, значит, записали на кассетах. Так что, если кто-то желает для своих детей приобрести этот комплект кассет, звоните нам, заказывайте, мы постараемся выполнить этот заказ. Это, может быть, ответ на тот вопрос, что кто-то хочет послать своим родственникам, там, может, да, быть, нет этой книги, да, но у нас есть вот такая возможность. Угу. Вот. Я думаю, будем, наверное, заканчивать нашу передачу. И в конце хочется, опять же, прочесть слова, которые здесь помещены в предисловии книги пастора Горста Фурмейстера из Берлина. Он пишет о том, что эта книга является вызовом с различными аспектами. Помните тех, которые в тюрьмах. Молитесь за них и облегчайте через различную помощь их ситуацию. Я думаю, это то, что говорили вы сегодня, Михаил Данилович. Я думаю, что мы должны просто продолжать эту работу, а не пассивно относиться, читать, слушать, но что-то и вкладывать свой труд в эту работу. И здесь подтверждается вновь, он пишет, «Бог может пробудить веру в человеке через ясное, бесстрашное свидетельство о вере. Пусть эта книга станет многим благословением, потому что написана она не для того, чтобы ненавидеть, но чтобы любить». Аминь. Аминь.